наши дорогие уважаемые участники, от себя лично и от имени нашего ректора Рябичева Виктора Дроновича, к сожалению, он в командировке и не смог вот именно сегодня присутствовать на нашем с вами мероприятии. Хочу поприветствовать всех участников и те, которые у нас лично, то есть вас, и, конечно же, тех, которые с нами подключились онлайн. Самое главное то, что мы работаем с вами все вместе на благо нашего образования. Дополнительное профессиональное образование, ну вы понимаете, все очень важно в наше время. Без него мы прожить не сможем. Важную работу вы начинаете по интеграции, и мы будем помогать всеми возможными силами. И очень хочется делиться с вами в первую очередь, потому что вы делаете великое дело, и вам так трудно.